Короче, всем привет! Мы уезжаем в Турцию. Вот это вот фото, когда я уже села в самолет. Но нам, к сожалению, не разрешили включать мобильник во время взлета. Начинаем. Вот так это все выглядело во Франкфурте. Итак, мы заходим в отель. И вот мы ходим по 4-му этажу, потому что там был наш номер. Называется этот отель в Турции на Аланье. Beach Club Даганай. Пятизвездочный отель. Это видео будет разделено на 2 или 3 части. Рум-тур по комнате будет в отдельном видео. И если что, не обращайте внимания на те голоса, потому что это мои родители. К сожалению, так заснялось. На этажах были вот такие вот коврики, как вы видите, но они не были в отеле, они только снаружи отеля по коридорам. Вот так вот, это вот диванчик, это лифт, который очень медленно едет, в этом и минус. Ну, он не медленно едет, а он собирает людей по всем этажам и приходит, когда его не нужно вызывать. Ну, когда никто не вызывает лифт на этаже. Короче, вот так вот выглядит. Так, и сейчас мы ждем лифт, как вы видите. И сейчас мы зайдем в лифт. Это я сейчас на себя смотрю, это очень-очень странно, что я делаю. Не знаю, что я делаю. Ставьте лайки. Короче, это очень важно, чтобы вышла вторая или даже третья. И так дальше. И все части. Сейчас я дверь закрою, тут у меня дома. Ладно. Что-то не фартануло с этим лифтом. Вот так вот это все выглядит. Стеклянные бортики. Можно посмотреть вниз, все заснять. Так все красиво. Да-да-да-да. Не завидуйте, пожалуйста. Можете сами на каникулах сходить в Турцию. Там такое прекрасное море. Это я забыла вам рассказать. Все фотографии будут немножко потом, потому что сейчас я только показываю этажи. А потом... Короче, будет все интересно. Не буду вам дальше рассказывать. Так вот мы идем. И сейчас на этажах там есть зеркало, и я такая смотрю в зеркало. Я знаю, я такая тупая. Смотрюсь просто в зеркало и вас снимаю. Я не знаю, что я там делала. И одежда у меня не такая. Вот крутая. Все-таки я иду просто поужинать или пообедать, или вообще что-то там сделать. Может быть, и позавтракать. Не, по-моему, я иду завтракать. Это я думаю. Я уже не помню, когда это было, потому что мы же приехали в Германию. Короче, идемте дальше. Если что, там бегает моя сестренка. И сейчас мы будем в лифте. И лифт такой красивый. Вот мы в лифте. И у него наполовину из металла, а половина из стекла. Вот так вот ты нажимаешь на кнопку и можешь смотреть вперед. И вот показывается такой красивый вид, правда? Отель просто супер, пятизвездочный. У него такая большая территория, просто офигеть. Я вначале не могла поверить, что это отель. Я думала, что это целый, блин, если это был бы отель, то, наверное, 10-звездочный. Хотя моя мама там отравилась. Ну, там сыр же должен стоять в какой-то там температуре, а сыр всегда приносят, куда-то его ложат. Ну, да, короче. Плюс нас накрыла волна большая, трех
Ой-ой-ой, какая-то развязочная, блин, я уже совсем... Короче, нас накрыла волна, не только одна, треш. Под первую я пошла под воду. Ой, короче, я на это все потом расскажу, когда буду с фотографии с морем. Так, идем мы, и там ресепшн. Так, я сейчас ем просто, я сейчас ем просто арбуз. Ладно, вот там спереди это вход, когда ты заходишь в отель сам. Конечно, там есть еще и другой вход, но я не знаю, если я его снимала. Там есть еще спа, но я его не успела снять, но я там была. Это просто супер. Я теперь научилась сделать пенку. Короче, вот это вот кувшин, это такая водичка течет. И вот это вот, если посмотреть на правую сторону, где я только что была, до кувшина, я говорила, что это ресепшн, то там, если посмотреть направо, можно выйти, и вот это вот кувшин, вот этот магазин, шопинг-центр. К этому магазину есть другой вход даже, который, если у ресепшена пойти вперед и свернуть, то там можно опять зайти. Вот так вот ты идешь. Там есть фотографии, чтобы делал специалист, их распечатал. Ну вот, прекрасно, да? Красиво. Это моя сестра в желтом комбинезоне. А вот тут вот мы едим. Вот внутри вот этого вот кафешка. Ну, не кафешка, а это ресторан. Ресторан, кафешка, то же самое, короче. Kids Buffet. Буфет. Это, короче, там... Там мы едим завтрак, обед, ужин. Конечно, обед и в другом месте есть, но это немножко попозже. К сожалению, я не снимала бассейны, кроме вот этого вот одного, но в нем мы не купались. Мы купались в другом бассейне, где горки. Горки я тоже, к сожалению, засняла, у меня мобильника всегда не было. Эх, как жалко. Ну, короче, там есть пул-бар и пул-снэк. Пул-снэк это где... где ты берешь еду, просто тарелку берешь, там рядом лежит, и можешь выбрать себе еду. Конечно, там не так много возможностей, как в вот этом вот кафешке, то, что я показывала, ресторан, кафешка. А пул-бар — это где ты можешь просто прийти и сказать, я хочу такой-то напиток, и тебе его просто дадут бесплатно. Потому что ты же, это все инклюзив или инклюзив, короче, нахрен с ним. Вот, это такой, там есть два бассейна, два для малышей, два для больших. Вот там вот, если прямо, так что где сердечко было, там тоже кафе, вот это вот именно кафе. Но там мы не были никогда. Потому что я это не особо интересовалась им, но мы все равно пройдемся. Вот так вот это выглядит. Там везде такие красивые пальмы. Просто обалдеть. Я первый раз была в Турции, в Алании. Там везде такие автоматы стоят, водичка. Эх, ну зато там очень много кошек было, бедненькие, бездомные, некоторые боятся, некоторые наоборот лезет. Ну столько чего, чтобы рассказать, это просто вау, обалдеть. Я просто не могу поверить, что я там была, если спуститься по этой лесенке и свернуть, то можно к морю. Вот туда мы сейчас и пойдем. Вот так вот мы идем по лесенкам, лесенки. Кстати, это у нас самый первый день. А, нет, есть три бассейна, мы еще этот забыли, который внутри. Не, есть три для малышей и три для взрослых. Плюс еще и большое море, оно плиточное. Ну, как сказать, галечное. Во, да, галечное море, можно сказать. Потому что оно не чисто песок, там камушки. Так, вот это вот вход, ты через этот туннель идешь и к морю попадешь. Это мы сейчас самый первый день идем смотреть территорию отеля. А вот тут вот висят программы, которые ночью в 9:15 начинаются до 11, не знаю,
15, по-моему. Там вначале такая мини-диско, потом идет настоящая типа театр, амфитеатр, короче, это называется. Ну, короче, вы все увидите, если вы сами туда приедете. Это будет поинтереснее, чем мое видео. Вот так вот, тут везде зеркала. Короче, мы идем через этот туннель прямо к морю. Вот так вот мы идем, идем, идем в далекие края. Хотя это вообще недалеко. Там даже пирс есть. На нем тоже коты бегают. Как же без них? Они у нас звезда. В Турции их очень много. Кто не знал, пишите в комментариях. Или, ну, короче, если вы хотите, пишите в комментариях. По-моему, это почти все знают, что в Турции очень много бездомных котов. Короче, мы идем вот так вот. Блин, я там так радовалась. Ой, там большой гамбургер. Говорила я такая родителям. Они такие: а ты ешь гамбургеры? А я говорю: да, некоторые. Смотря какой вид. Они такие: какой вид? А, да, а вот море. Ты вот так вот заходишь, этот туннель уже закончился, и вот надо спуститься там прямо за, по лесенке. Так вот, зеленая дорожка, хотя можно было бы и красную сделать. Вот люди. Люди. Не знали, если их снимать можно, ну, короче. Забудем. Вот мое море. И, как вы видите, это не совсем песок. Ну, это песок, но не совсем песок. Ну, как вам объяснить? Это песок? Это, да, это песок. Но это с камушками. Маленькие камушки. Вот, если вы увидите, то это не совсем такой вот песок. Как у нас в песочнице. Песочнице. Ну, так, мы идем по лесенке, и вон море. На море есть даже качелька. Если пройтись в правую сторону, если мы сейчас вот тут посмотрим, в правую сторону пройтись, то там будет качелька. Вот сейчас вот я засниму вам море. Так, да. Прекрасно. Ну, да. Если вы только что увидели, то там был пирс. Он красивый. Хотя я немножко боюсь на нем, боялась на нем быть, потому что он такой скрипит весь. Иногда там бывали очень много больших, очень жирных волн. Вот я не шучу. Вот так вот, если в воду зайти, то она совсем теплая. Она, блин, чуть ли не горячая. Ну, днем, вернее. Утром я уже не помню, к сожалению, я уже в Германии. Там некогда было это все монтировать. Так бы уже выложила. Вот. Если вы видите, там сзади кораблик такой. Вот, я в воде стою, водичка прикольная. Очень прикольная. Эх, как жалко, что мы там только на 2 недели были. Можно было бы и на год остаться. Вот я не шучу. Так, там моя сестра уронила шляпу в воду. Ей было капец этой шляпе. Потому что она распалась. И шляпки больше не было. Потому что она из соломы сделана. Ой-ой-ой. Вот, короче. Волны волнуются. Раз. Волны волнуются, да. Короче, вот еще одна качелька. Это вот, да. Как вы видите, красивая фотка. А вот это вот я ела на обед. На обед я ела макарошки с болонезом. Но болонез был такой острый, я просто не могу. Я просто бы сейчас умерла. Это моя сестра ест то же самое, что и я, потому что она мой хвостик за мной повторяет. Какого-то черта. Вот так. Это вот я фотографировала. Ну, меня, вернее, фотографировали. А вот вкусняшки. Моя любимая. Я там каждый день что-то брала, но все такое вкусное. Вкусненько, вкусненько, ням-ням-ням-ням-ням. Там, правда, в Турции сладости прикольные. Хотя там и нету шоколадок, шоколадок. Вот этих вот, как Милка, фу-фу-фу, Киткат. Вот это вот там почти нету. Это разве какой-то специальный магазин зайти? Или заказать вообще? Хотя я еще никогда не видела, чтобы заказывали просто так, например, салат.
Если вы видели, то скажите. Вот супчики есть. Я просто заберу такую мисочку. Да. В каком наряде же я здесь? Интересно. И правда, в каком я наряде? Если кто-то увидел, то напишите. Может быть, я сейчас увижу, пожалуйста. Ням, вкусняшки! Зачем я их приблизила? Сейчас я их скушаю. Ням-н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 ям. Так, ладно. Вот тут я беру себе кусочек тортика. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. Вот это вот я собиралась брать, но решила, а вдруг у меня жопа слипнется. И побежала обратно к нашему столу, хотя потом засмотрелась на вкусняшки всякие. Ой-ой-ой. Нет, это вот ужин, да, это ужин. Это ужин. Тут только я с папой. Потому что мама сидела в комнате. Потому что я не знаю. А вот его еда. А папа такой, а что ты меня снимаешь? Вот такое сердечко, оно так красиво вечером светится. Вот эта вот луна. Красивая. Она вообще красная. Вот так вот это все. Там в сторонке жираф стоит. Вот это вот если вечером, вернее, чуть ли не ночью, пройтись по туннелю. Ну, который ведет к морю, как я рассказывала. Красиво, да? Меняет цвета. Это так все красиво. Вот это вот я уже не поняла. Что это? Это, наверное, пирс был. А вот это вот мы идем по пирсу. Ну, тут такая вот дорожка. К сожалению, там ничего не видно, кроме луны. И еще каких-то фонариков. Там я хотела показать волны, но не получилось. А вот это вот я на пирсе. Я знаю. Что-то не получилось сфотографировать. Ну, ладно. Но там тоже волны были. А там вот такой городок. А я не знаю, что это за городок. Может быть, Анталия? Мне кажется, Анталия очень далеко оттуда. 2,5 часа. Мне кажется, что там Анталия. Мне вообще не кажется, что там Анталия. Не знаю, если вам сейчас видно хотя бы немножко. Надеюсь, что видно. Вот это тут лежаки эти. Они тоже на пирсе есть. А вот это вот, где сидит, вообще-то спасатель. Вон там ночью сидела спасательная кошка. И вот это вот конфетки, это сейчас было такое, типа, награждение и благодарство за то, что у нас уборщица так хорошо убирает и строила нам фигурки. Эти фигурки будут тоже в другом отдельном видео. Либо я могу совместить сразу с рум-туром по отелю. Имейте в виду. Так, вот это вот пирс, но что-то я перевернула камеру, ну ладно, а вот там вот эта дискотека, то, что сейчас светится, такое разноцветное, это дискотека на море, оно начинается, не знаю, во сколько, иногда бывает, что в 11, если шоу, короче, бывает, что в 11:30, короче, по-разному бывает. Вот так, это я сфотографировалась в лифте, в нормальной футболке. Ой, моя мама. Ой-ой-ой, что я делаю? Это я такая вот. У меня просто крыша поехала. Иногда у меня и правда наедет. Что там делаю? Блин. А вот это вот наш слоник, которого нам слепила тетя. А вот это вот сердечко. У меня просто сейчас какое-то, извините. Ладно, сейчас. Так, это все фигурки. Полное видео.
Это я, наверное, пару частей пропустила. Да, я очень много частей пропустила. Короче, они другие будут у меня в другом виде. А вот это вот я сделала себе в Турции волосы. Это я что-то там говорю, но я не стала это выпускать, хотя я сама не знаю, что там говорила. Короче, я решила так вот снять. Это я что-то там делаю пальцами. А да, это же мы пошли в мини-клаб. Там есть, если выйти и свернуть, где бассейн, и мини-клаб. И мини-клаб — это такое вот здание, как типа детский садик, можно сказать. А если посмотреть, то там есть аттракционы. Вот, это аттракцион. Конечно, не для малышей, но все-таки я хотела в детство вернуться. И вот я катаюсь на этой маленькой карусельке. Но она мне понравилась, она прикольная. Хоть и старенькая немножко. Или она не старая, она просто, наверное, сгорела, пластик уже обламывается. Ну, ничего страшного. Для меня все нормально. Весело было. Где-то в этом моменте нас остановят. Нас, короче, остановили, и мы зашли уже в колесо обозрения. Вот так вот выглядит это все, вот так вот там выглядит. Вот так вот мы идем вверх-вниз, крутимся, короче. Прикольно. Я могу оценить это 10 из 10. Просто мне нравится. Это так прикольно. Такое детство красивое. Там есть батуты. На машинках я, конечно, не прокатилась. Просто уже не успевала, к сожалению. Но на поезде я прокатилась, да. Прикольно. Очень прикольно. Вот мы сидим в поезде этом, я спереди сижу, рядом со мной моя сестра, и сейчас мы поедем, о чем мы не едем, а это Саша такая тетя, она очень добрая, она в мини-клабе работает, вон она укладывает других детей в этот вагончик, и мы сейчас поедем. Конечно, прикольно. Я один круг я вам покажу. Да. Короче, мне очень нравится. Мне прямо очень нравится. Так вот это выглядит. Если спереди сердишь.
в этом красивом платье. Так вот это выглядит на улице. Ну, а дальше сами смотрите. А то я здесь болтаю, слушайте вы меня, а смотрите, наверное, в облака. Так, вот мы вышли из поезда, и там есть качелька. Конечно, мне эта качелька не так уж удобна была, но все равно вам покажу. Так моя сестра катается, а я не совсем качалась, потому что мне было неудобно. А вот это вот, как вы, наверное, не поняли, это было шоу. Это такая прикольная шоу, такая прикольная, такая красивая. Там будут другие выступления, но она такая прикольная, я просто не могу. Это Леси, как я говорила вам, после 9, в 9:15 начинаются вот эти вот танцы для детей, а после этого шоу в амфитеатре. Это вот амфитеатр, и на сцене показывают всякие разные выступления.
Так, а ну а теперь мы купили билеты в дельфинариум, и там не только, короче, будет выступление дельфина, вернее, два дельфина и от моржа. А вот это вот бездомные котики, которых я типа приютила, помыла их у себя в отеле, принесла этих четверех домой, там еще одна четвертая есть. Я с ними подружилась, их накормила, напоила, им водичку привезла, все принесла, вернее, им поиграла с ними, с этой ленточкой. Короче, они такие милые. Ну вот это вот мои фотографии на море. Вот так вот выглядит море. Здесь на фотографиях. Ой. А вот это вот у нас котики опять. Это мы такие мокрые после моря. Вот так вот они выглядят. Они даются теперь на руки, потому что я их приучила. Теперь они у меня мусипуськи. А теперь мини-диско в амфитеатре. Вот так. А нет, это не мини-диско. Это показывали только что опять шоу какое-то, а вот это вот был такой вот сказать салют. А вот это вот моя хна, которую я сделала. Ну, в такой вот специальный салон, только не для волос, а такая вот тетенька сделала мне это за не знаю сколько лир или евро. А этот я фотографировалась в Турции, Алания, как всегда. Это все сейчас про Турцию, Аланию. Делала, короче, видео, фотки в оливковом музее. Это очень прикольный музей. Оттуда мы купили все сладости, чай, мой крем для рук, потому что у меня проблемы с руками, они что-то засыхаются всем.
Вот так. Прикольно. Очень. Я просто... О-ко-ко, как хочу это. Еще к себе взять. К сожалению, этого нету в Германии. А это вот оливковое дерево. Вот это тут кафешка. Короче, мы приехали на водопад. Покушали и теперь будем фотографироваться и делать видео водопада. Вот так вот он выглядит, он очень красивый. Ну, а теперь мы в... не знаю где, забыла, как называется, и нам надо было надевать на низ какие-то платочки с мамой и наверх. Короче, сейчас я вам покажу крышу, она очень красивая. А потом я сделаю фотографию себя, как это выглядит... У меня на голове. Я случайно снесла эту штучку. А вот эта вот ящерка на нашем балкончике. Правда интересно? Она очень милая. Это полупузатая или полупухлая, или как ее там называют. Я как-то этот вид видела и слышала о нем. Они не ядовитые. Полупузатый, наверное. Полупулахтый. Полупуськатый. Короче, как-то так. Полу что-то там ящерица. Полопухая, может быть. Не знаю. Но она очень милая. И не ядовитая. Это хорошо.
Продолжение следует.